Доброе утро. Будни в Заптии. Просто краткий обзор. Вот понаехали машинки. Кратко рассказать. Вот Grand Starax. Здесь мы меняли турбинку, делали ТОшечку. В принципе, все нормально. Напоминаю, что постоянно мерите давление масла. Как только оно опустится до 1,8, либо продавайте, либо чините его, потому что все, амба. Но это наша машинка, на доставочке работает. Это Partyrock. Это Торрента тут стояла с полным приводом. Муфту чинили, пиналась на задний ход, ждет, вот сейчас хозяин подойдет. Ну, Матрикс дизельный, такой долгосрочный проект. Пытаемся победить здесь. Это Евро-5 Grand Starax, кипит, сняли голову, отвезли на прессовку. Сейчас даже покажу. В принципе, видите, крышка только осталась. Ничем не отличается особо. Такой же. Здесь у нас капиталочка. Это я о чем говорил, что двигатель все-таки надо мерить давление масла. Шлепнула турбина сейчас на жаре. Померили. 1,6. Скрыли. Задиры на вкладыш. Вот Портер Евро-5. Там тоже снимали. И голову сейчас даже тоже покажу. Тоже тут кипел. Вот видите, стоит без головы. Одиноко ждет, когда настанет время. Ну, Mazda CX-5, машина моего тестя, тоже на ТО. Так прискакал. Еще одна наша машинка, которая трудяга, возит запчасти для вас. Вот Grand Starax у нас с головой. Тоже голова шлепнула на жаре. Вылетело. Вообще, в принципе, это такой интересный довольно случай. Человек залил герметика для системы. Есть такие, сейчас рекламируют, там льешь в радиатор, ничего не течет. И у него забило, он тоже, может, не знаю, видно вам, не видно. Вон оно все в свернувшемся антифризе, в такой каше. Забило помпу, забило радиатор и термостат. Будем мыть все это, вычищать. Голова лопнула от перегрева, так что... Даже если вы посмотрите, может, вам будет видно. Не знаю, вон видите, идет задир от нагрева. Вот он на одном цилиндре, на всех цилиндрах по задиру пошел. Ну, такой двигатель рабочий. В принципе, походит. Ничего смертельного. Здесь обычная ТОХа. Диски, колодки, ничего нового. Тут он, парни, работает. Вот башка как раз новая, с этого гранда, где с герметиком для жидкости. Что, все нормально, Максим? Да. Собираем Partyrock. Первый. И тут все банально потекло. Помпа. Тут интересно менять, но, в принципе, для того, чтобы ее выдернуть, нужно снять натяжитель на баланс валу, ролик, и тогда можно будет вытащить. Ну, обычно меняют с ГРМ. Вот. Что здесь? Евро-5 Гранд. Меняем ТНВД, повышается уровень масла. Все сделали, проверили. Остается только оно. Ну, Ауди. Дизельная, 3-литровая. Случайно там залетела, оторвала. У человека поблизости вот шкив коленвала. Поставили новый. Будем менять еще вентиляторы, кондиционеры, потому что они не крутят. Многим вам знакомый наш профессор. Александр, что делаем? А? Крышку меняем. Прокладку клапанной крышки на гранде, да? Ну и фрезеруем шахту. Там портрет стоит с кондиционером второй. Ну и тут вот стоит еще один портер. Портер с рейкой рулевой в ремонте. Nissan Pathfinder. Здесь двигатель меняли. Может, кто знает, такой YD25. Фантастический двигатель. Троил, пердел по утрам. Человек 2 года так ездил, его это не смущало. Пока машина, откровенно говоря, не перестала ехать. Скрыли задиры в цилиндрах. Дешевле поменять двигатель. Ну и тут турбинка. Замерили давление, двушка, все отлично. Вот на данный момент меняем турбину. Поэтому... Работа кипит, машинки чинятся. Если будет грустно вам, приезжайте к нам, поможем вам и юмором.